54-летняя Анастасия Минцаковская, Анастасия, призналась, что ее отношения с 46-летним певцом Юлианом Васиным, Юлианом, испортил брак. До этого влюбленных связывали долгие дружеские отношения. Коллеги поженились весной 2019-го. Однако их семейная жизнь оказалась короткой. Несколько месяцев назад супруги объявили о разводе. Но из-за пандемии коронавируса развод произошел лишь в конце июня. Для Юлиана этот брак первый. А вот для певицы он оказался 8-м мужем, хотя она и уверяла, что певец – ее избранник до конца жизни. Звезда даже заявляла, что составит с мужем брачный договор и отдаст ему всю свою собственность, если уйдет первая. Анастасия призналась, что считает замужество неудачным и, если бы могла, переиграла все назад. Она отметила, что браком испортила отношения с Юлианом. «Мы два дурака. Была замечательная дружба, зачем попытались улучшить ее? Глупость. Изменили хорошее отношение на деловое. Если бы удалось повернуть время назад, отказалась бы от брака», заявила исполнительница хита «Давай поговорим», добавив, что продолжает общаться с бывшим мужем в рамках совместного творческого проекта. Минцаковская также призналась, что этим браком очень обидела одного из своих мужей, экс-продюсера Владимира Зудина, который до сих пор любит ее. Она выразила надежду, что с ним у нее вновь сложатся романтические отношения. «После брака с Юлианом только разочарование», подытожила она в беседе со Стархитом. Анастасия Минцаковская откровенно рассказала о причинах развода с Юлианом. Она призналась, что супруг хотел детей, а она не смогла забеременеть. Артистка намекнула, что не хочет воссоединения с бывшим мужем Владимиром Зудиным.